был даже основным игроком, а был последним дело, да. Клубом у него был тульский Арсенал, где он тоже пытался играть, но не очень хорошо. 2-0! Карапузов навешивает штрафную площадь. Одинову помощь оказали, а Бериша мяч подхватил и полетел в чужой штрафной. Он, может быть, не понял, что случилось, и забивает гол. Вот это да! Вот это казус! 1-0! Правозащитника на тренировках, его наигрывали на это место. Опаснейшая атака, и первый мяч пропускает Крицюк в зените. По центру прошла атаку Ахмат. Уткин. Коновалов. Конате! Харин Конате забивает 1-0! 1-0! Казалось бы, мы не дождемся гола в первом тайме. Слишком уж убойный высшему клубу. Удар, гол! Делает это уверенно. 3-0! 3-0! Мог забить. Просто абы куда мяч выталкивал, выпихивал. Подбор за Ахматом. Конате! Конате! Мяч летит в девятку! 4-0! Пока говорят, что можешь с лету пробить. Подача, и гол! И это Конате! Конате! Любимцев пока же контрвыпад, затяжной рывок Харина и передача. Отличная, но Конате! Удар, гол! Мохамед Конате вновь решает. Вновь забивает. Да, Спартак в этом туре не догонит. Спартак, да, уже не забил в этом туре. А сейчас Конате! Замах еще и удар! Потрясающее взаимодействие с Ежовым. Ой-ой-ой, какая ошибка Евгения Конате. Обязан забивать этот легкий гол. Одинокий Диафант. Какой же легкий мяч сейчас за Марси дарят. В прошлом матче рядом с Шелли, я имею в виду, в прошлом матче чемпионата на трибуне, здесь заброс в штрафную площадь. Момент! И счет открыт. И устремляется к центру поля. Но пока еще сейчас контратака. Лечи Судулаев будет решать сам. Нет, он отдает. Конате! 3-1. Мохамед Конате. Финалом дальше, полуфиналом кубки не добирались. Олейников на Богосаловца. Мягкая передача, и вот, вот это взаимодействие. И если не было положения вне игры, то Конате... Проверяем мои слова. Сольникова, да, он немножко чуть не уложил так на газон. Еще попытка прострелить, и вот момент, и забивает. И шикарнейший гол! Конате все-таки забивает. Какой встретить? У него получается, по-моему, на Алексея Миронова. Эта передача должна была дойти, а вот уже ответ. Конате. Конате один. И как здорово разбирается. Вот и его принятие решений. Контратакующим действием. Но я очень... Ой, какой момент у Конате. Еще момент, еще может стать 2-0. Действительно, гол засчитан. Зенит приводит еще раз на 8-й минуте матча. Ахмат ведет уже со счетом. Лещука. И показывает Бериша, что мяч попал в руку. Пенальти нет, есть гол с игры. Конате. Швец. Ох, какую передачу вырезает. Классная атака. Этот ивуарийский крайний нападающий. И Тодорович, удар из-за штрафной, 2-0. Дубль Тодоровича, 19-я минута. Вы только вдумайтесь вообще в это предложение. Выбегает Ахмат, но на Конате надо покатить. Конечно, еще один выход, 1-1. И 4-1. Пожалуйста. Очень крепкий удар. А теперь Богосаловец. Богосаловец, левый защитник. Вошел в штрафную. Конате вкатил мяч. Мирослав Богосаловец сделал гол. И Конате отправляет мяч.